Знаете, такую сеть Тануки, все, наверное, слышали, суши там есть. Да, кстати, да, у нас на Свободе есть, много где есть. И владеет это всем один человек, очень такой эксцентричный ресторатор. Он постоянно в каких-то скандалах оказывается. И он, по-моему, Александр Орлов, если я не путаю. Плюс-минус так. Он постоянно оказывается в скандалах, и самое удивительное, что он сам их провоцирует. Если бы он их не провоцировал, не было бы скандалов. То есть он публично заявляет, что ест собак. Естественно, все тут же в шоке были, зоозащитники офигели, и тут же о нем все заговорили, потому что до этого никто не знал, что этот человек существует. Потом в этот Новый год, я помню, что он ездил по Москве и людям раздавал подарки. Причем он ездил в колеснице, запряженные лошадьми, и прямо вот раздавал, вот вам подарочек. В костюме Деда Мороза, это тоже было странно. И тут он решил сам себе организовать «Рассмеши комика». Позвал комиков... Позвал видеооператоров, камеры, зрителей не было, только он. И мы должны были его шутить, его смешить. Зачем он это сделал, я не понимаю. То ли он думал, что рассмеши комика, это какой-то кратчайший путь в большую политику, без понятия. То ли это просто было, давайте, шутите. И, естественно, я была в числе этих людей, которые пришли шутить. Но, думайте, да-да. Любой, абсолютно. Более того, там было условие этого всего. Если он засмеется, то он нам платит 3000 рублей. Если нет, 3000 рублей. Да, если нет, то нет. На протяжении всего выступления, сколько он раз засмеется, сколько он раз платит? Не-не-не, там было так, ты рассказываешь какие-то шутки, и в конце он говорит, было ему смешно или нет. То есть он решает, сколько он платит? Да, нет-нет, там цена, там фиксированная сумма, но, допустим, ты можешь вначале рассмешить, а потом он решит, что что-то было не очень, ничего не заплатит. То есть, например, в «Рассмеши комик» там же было все четко. Если поржали ведущие, все, ты выиграл. А там вот он прям думал. Ну и вот, я стою в очереди с этими людьми. Слава богу, я была не первая, там какая-то пятая, шестая. Сейчас поясню, почему. Он сидит там один, как камера. Он сидит один, да, стоят камеры. И за камерами, по-моему, несколько человек, два или три человека. Там из серии два оператора, один световик. Ну и вот, и заходят ребята, передо мной были, парни были. А, кстати, там, нет, там было несколько девушек. В общем, парни передо мной были. И все выходят, и все в шоке, говорят, он вообще не смеется. А я этих парней знаю, знаю их материал, он смешной. Я смеюсь. Я думаю, так, интересно. Я понимаю, что явно нужно действовать каким-то другим путем. Короче, я начинаю гуглить, и я выясняю, что, оказывается, этот чудесный ресторатор рассказывал, что он любит кормить змей. Я думаю, о, хорошо. Я к нему захожу, говорю, здравствуйте, любите кормить змей? Он, да, обожаю. Я говорю, ну, угощайте. В этот момент он реально заржал. Ну и все, и дальше я начинаю рассказывать свой материал, потому что, сами помните, в конце только мы выясняем, будет ли у меня трешечка, да, или нет, еще непонятно. Я рассказываю, рассказываю, вообще бесполезно. Вот просто, вот как будто я одна, вот никакой реакции, даже, не знаю, ресницы даже не хлопают, ничего не происходит. Причем операторы смеются, там стоят, парни ржут, все хорошо. То есть я понимаю, зритель-то реагирует, но он нет, ни в какую. И тут я понимаю, что нужно что-то с этим делать. Я выдаю мой главный болт, который всегда работает. Я проверяла. Сейчас расскажу. Я не замужем, не состою в отношениях. И как и любая девушка с моим социальным статусом, я периодически думаю, как бы я назвала ребенка. И я придумала. Идеальное имя для ребенка – это Людовик. Потому что в одной семье так можно назвать до 18 мальчиков. Вот, обычно люди смеются, они всегда, когда я рассказываю эту шутку, смеются. И он на меня такой смотрит, такой, интересно, а почему 18, а почему Людовики? И тут я понимаю, что нет ничего более нелепого, чем объяснять человеку шутку, которая требует какого-то минимального знания истории. И я такая начинаю, ну, понимаете, есть такая страна, Франция, столица Париж. У них были короли, и там было действительно 18 Людовиков. Вот такой, ага, интересно, а Генрих? Я говорю, ну, Генрихи тоже были, но их было меньше, Людовиков было больше всего. Он такой, ага. Говорит, ну я знаю Людовика 14-го. Я, о, Дюма, не зря все было, не зря он знает. И он так задумался, говорю, ну вот был их 18, ла-ла, все там объясняю. И он прям завис, и тут ему нужно решить, смешно было или не смешно. Он долго думал, потом сказал, не, все-таки змея это смешно. И так я получила 3000 рублей. Поскольку змея оказалась смешнее Людовиков.